19 сентября в 16:00 в Москве состоится фестиваль «Хоровод семей народов России». В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, к которым относятся любовь, верность, уважение и взаимопонимание, 2024 год был объявлен годом семьи. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. Семья – главное звено в родословной цепи. Крепость семьи – залог процветания и стабильности как отдельного рода, так и общества в целом. Участников фестиваля ждут круглый стол, яркая концертная программа, тематические мастер-классы и сладкий сувенир на память. Для записи на фестиваль позвонить по телефону +7 495 625 12 88. Жуковская Александра Сергеевна. Адрес: улица Новая Басманная, дом 4, строение 1. Станция метро «Красные ворота». Залы 2, 4.